Подобные приемы, помимо решения конкретных проблем граждан, это еще и возможность для депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова держать руку на пульсе муниципальной жизни. Мне тоже это важно знать, на самом деле, что происходит у людей, которые за меня голосуют. И понятно, что всегда они касаются взаимоотношений в основном власти и людей. Мы тоже не волшебники, но мы стараемся. Жительница микрорайона Купеленко Светлана Земцова пришла на прием с просьбой посодействовать в строительстве дополнительной станции между Расторгуевой и Калинино в рамках МЦД-5. Администрация нас поддерживает. Мало того, администрация готова выделить участок. Он находится в собственности администрации. За номером таким-то я прикладываю свое обращение. Новые районы, расположенные рядом с селом Ермолино, активно застраиваются, и такое решение проблемы транспортной доступности приветствуется руководством округа. Мы никто не против, да, и даже технически, похоже, это все туда вписывается с точки зрения нормативов. Из сложностей земля под создание транспорта пересадочного узла, она есть, она наша муниципальная, мы ее забронировали, никуда девать не собираемся. Сложность строительства надземного перехода, о котором было сказано, он дорогой, но технически исполнимый. Думаю, что Вячеслав Александрович возражать не будет для того, чтобы какое-то ходатайственное письмо направить, исходя из тех материалов. Вячеслав Фетисов согласился, что решение подобного вопроса требует вмешательства на самом высоком уровне. Правительство Московской области тоже пошло запрос, чтобы они мне ответили, насколько это в планах своих находится. Ну, тем более, это же не сегодняшнего дня решение. Действительно, подобного рода вопросы не решаются, как говорится, по щелчку пальца, но Светлана уверена, с помощью депутата все получится. Мне удалось задать все вопросы, озвучить все необходимые пункты, которые нужно было озвучить. И я считаю, что нам помогут в этом направлении. Нам нужна сильная рука Вячеслава Александровича. Я думаю, что он нам поможет. Депутат Совета депутатов округа Лидия Козлова и жительница поселка Володарского Ольга Берстенева пришли с просьбой посодействовать в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. По последней переписи мы очень большим стали поселком. 10400 – это только по переписи. Зимой у нас проживает 1015, это точно. А вот летом, мне кажется, уже больше 20. Администрация округа готова выделить участок по строительству, но чтобы построить такой объект, необходимо войти в федеральную программу. Прокачать сейчас через область, особенно в нынешних временах, нету, да, то есть, если, вот если бы, как говорится, вы пинок такой федеральный хороший, это вы сделаете проект, то мы готовы будем. Присутствие главы округа Алексея Спаскова позволяет решать массу вопросов прямо в этом кабинете, но не в этот раз. Здесь надо принимать конкретные решения. Ситуация непростая, на самом деле. Запрос губернатора должен быть для того, чтобы попасть в эту программу федеральную целевую. Сделать депутатский запрос, посмотрим, что нам ответит. И в этот раз посетительница уверена, хоть вопрос непростой, и время сейчас сложное. При поддержке депутата его решение однажды сдвинется с мертвой точки. Я как депутат знаю, что это наказы уже не одного года. Я думаю, все-таки мы с Вячеславом Александровичем как-то пробьем эту тему. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов проводит приемы каждый месяц, и чтобы встретиться с ним, необходимо предварительно записаться и рассказать о вопросе, который требует обсуждения. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.